Добрый день, друзья. Хочу рассказать про вот эту бутылочку. Ну, особо про бутылочку рассказывать нечего. Сангьюту. 500 миллилитров. Заказал в мае. Вот. Пришла на почту, по-моему, 24 июня уже можно было получать. Выдали где-то примерно 19 сентября. Почти 3 месяца провалялась на почте у нас. При этом извещения не было. Я-то думал, ну, как обычно, 2 месяца идет, это у нас нормально. Вот. Потом как-то странно не было вот, ну, электронных вот этих вот с Алиэкспресса оповещений, что там пришло куда-то, пришло в страну. Киса, иди. Вот. Написано потом было, ну, то есть я через несколько месяцев полезу глянуть, там спор может открыть. Написано выдано, потом выдано, я был в Москве в это время, у меня билеты есть, у меня там, не знаю, по моей карте в магазине на какой-нибудь большой почтовой в Пятерочке расплачивался в этот день, там, не знаю, в метро ехал по карте, которая у меня там тройки и так далее, ну, то есть доказать не проблема, люди видели, живущие в Москве, вот, такая вот история, ну не надо. Вот, то есть, ну, понятно, что судиться из-за 300 с чем-то рублей, ну, смысла нет, как бы это, ну, вот. Ну, можно было сказать официально, что да, я не получал, вот. Потом, как-то странно, позвонили, и вас посылка на ваше имя, подойдите, подошел, что-то в руки дали, все, нигде не расписывался, ничего. Ну, вот, 3 почти месяца именно на нашей почте валял. Зачем мне такая бутылочка, что это за бутылочка? Тут мягкая бутылочка, на видите. Я немножко надул так, чтобы форму. Посылка что-то 40 с чем-то грамм. Легенькая. Оп. О, там еще, оказывается, этот валяется, я не видел. Чук. Пум. Это там, ну, типа силикагель. Для чего? Для бега. Чем она хороша, что она вот мягкая, она принимает формы. То есть есть там всякие пояса для вот бегунов. Для этих вот целей, вот, в принципе, меня пока довольно неплохо устраивает, просто такая пол-литровая, 0,6 литров, ну, от газировки, ну, вот такую вот можно, что именно сшить мягкий какой-то пояс, она вот будет по телу, где-то во внутренний карман какой-то положить, ну, народ их любит, что она не булькает, по мере выпивания воды мы ее как бы, ну, сжимаем и воздуха нет, и вода не плещется в ней. Плюс просто хотелось посмотреть, какая, то есть, где-нибудь на Озоне, по-моему, рублей 500 они что-то стоили. Сейчас, ну, сейчас цены поменялись, доллар поднялся, ну, я в мае заказывал. Немножко не понял, как вот эта штуковина. То есть ее вроде просто сжимаешь, тогда она, да, начинает воздух выходить, ну, то есть можно и воду пить, но как-то не сильно. То есть, наверное, надо будет поджимать, чтобы вода лучше шла. Ну, разберусь. Или все-таки его надо тянуть на себя. Ну, надо этот сосок понять. Бывают люди, я сам видел, типа человек покупал бутылочку для велосипедного, типа, а зачем вот этот колпачок? Типа лишнее движение, и так там один есть, зачем второй? Вот этот закрывает от пыли. Особенно, ну, то есть мы бежим, допустим, вот я сегодня бежал около 25 километров, ну, часы показывают 23, ну, даже если часы показывают 23, то значит точно. Вот, как минимум 23 я пробежал. Что еще? Ну, пыль, там где-то какие-то участки бежишь, вот все вот это, чтобы, а тут ее губами берешь, она влажная, чтобы не оседала, поэтому нужен колпачок, чик, и закрыли. То есть его вот там снять. Ну, не проблема, надеть тоже. Вот, теперь я что хочу? Я хочу там кое-что сшить. Теперь мне просто понятно, какие размеры пол-литровые. Бывают меньше, бывают больше. Нет, больше я не видел, ну, по-моему, 75, по-моему, бывает. Ну, да наверняка бывает. Я не искал просто, ну вот. Такая вот, поэтому, ну, наверное, еще надо заказать, ну, просто я человеку там уже тоже отзыв оставил, что ничего не пришло, а оно, оказывается, вот.
Китайцы ни при чем. Ну вот, наверное, еще надо одну заказать в идеале. Почему там, допустим, есть эти рюкзаки беговые, там жилет, там кармашки где-то вот как на этих, ну, на лямках. И вот можно туда раз, раз, и по килограмму они не бьют, получается, что она мягенькая, вот облегает. Вот, я хочу к рюкзачку там к одному пришить, сделать, или там, не знаю, съемный сделать карман под бутылочку. Теперь просто хотя бы понятно, какой мне нужен размер. Но я хочу как-то сделать, чтобы или такая вот и пластика влазила обычная, пол-литровая, и вот такая. Вот такой вот рассказ о почте, как у нас. Потом, ну, абсолютно для меня загадочно как-то и почта не сработала, и уведомлений с Али не было. Что там пришло куда-то. Обычно всегда там куча идет и с Алиэкспресса, идет с почты, с сайта, что там и отправление прибыло, там отправлено, отправление там пришло в Россию, там отправление, там, не знаю, еще куда-то. Тут ничего не было. Вот. То есть как-то и почта ничего не принесла. То есть как-то вот три системы и ни одна не сработала. Хотя там, ну, на конверте, я думал, была у меня такая мысль, что они неправильно заполнили. Думаю, может, там на индекс написали, а, допустим, как-то у меня такое было, что посылка, ну, пришла на деревню дедушки. То есть отделение почты есть, а как-то то ли дом есть, а квартиры не было. То ли ну, не было, да, и то так, а вот это-то не ваше, там раз, о, точно моя. То мне тогда она дошла, ну вот, что там чего-то не хватало. Ну, фамилия совпадала, да, фамилия была, потому что вот, с адресом были проблемы. Вот такая вот история. Я уже опечалился, думаю, 300, что там, 40, что ли, рублей, думаю, лучше бы я на Озоне за 500 взял, а то 300 потерял. Если еще раз заказать, то уже, ну, почти 700 выйдет. И еще ждать. И... Ну, вот пришла такая вот бутылочка. Ну, она удобна, что если вот сейчас воздух выпустить, что она вот, мы ее можем, видите, скатать вот так вот. Ну, то есть она не занимает места. Они в задний карман сунули на всякий случай. Раз где-то какая-нибудь колоночка с водой у нас, ну, у нас в городе я на крайней же здесь есть. Ну, вот. Здесь можно на всякий случай, то есть она вот лежит и лежит. Появилось где-то водопой, еще что-то. Бывает, опять же, сейчас есть интересные системы, фильтры, что они сюда типа накручиваются вместо крышки и туда раз, ну, закачиваешь сразу. Фильтруешь воду там вот для таких, ну, вот, в любом кармане может лежать. Сейчас я задний убрал, ну, не знаю, вот такой пакетик, какая-то маркировка, вот такая вот история. Благодарю за внимание, всего доброго. Вот кошка крутится, надо погладить.